Хочу, во-первых, коллегу поздравить с победой. Начали хорошо, полностью нас в первом периоде переигрывали. Счет по делу, проигрывали в единоборствах. Есть над чем подумать. Ну, наверное, после второго периода что-то изменилось. Попытались забить, но там уже вратарь сыграл свою роль, нам уже шансов не дал. В конце забили гол, но уже поздно. Спасибо. Согласен, да, с Андреем Викторовичем. Провели хороший первый период. Сегодня нас, можно сказать, прорвало на голы. Постарались, знали, что «Нефтехимик» после первого периода будет играть еще активнее. Постарались концентрироваться на обороне, сыграть на контратаках, что у нас в принципе и получилось. Было три контратаки в 2-1, которые мы в концовке матча, в концовке периода реализовали. Ну да, третий период был нервозный, было много удалений, неоправданных, ненужных, что в принципе, чем воспользовался «Нефтехимик». При счете 4-2, да, они пошли в банк, мы забили пустые ворота. Хочу ребят поблагодарить за игру, болельщиков за поддержку. Спасибо. Вопрос, пожалуйста. Андрей Викторович, как оцените возвращение в игру Робина Гамзова? Ну, тяжело было, после травмы вышел. Первая игра так скомканно сыграли, конечно. Ну, ничего, придет сегодня. Сегодня у нас не страшно играл Сергеев, Авцин. Ну, ищем сочетание, даем всем сыграть, посмотреть на ребят, кто на что способен. Потому что одним составом тяжело играть. И Александр, Павел Чернов пропустил 30 период, почти весь. Есть что-то уже известно, понимаете? Пока нет.